в новых старых обстоятельствах жизни нашей, когда все вернулось на круги своя, когда мои многолетние труды по донесению европейского опыта цивилизованности остались в туне, когда граждан города Одессы и Украины не только упорно обозначают как население, но и держат в положении населения. В новых старых обстоятельствах, когда жизнь евразийской державы важнее собственной, будем ссылаться на ее опыт. Тем более, что в РФ России тема арт-спейсов имеет решение, а арт-центры, государственно финансируемые, существуют повсюду. От Калининграда, Кёнигсберга до Самары. Итак, тема нынешней передачи вновь Art Space. Art Space 2. Два независимых арт-пространства мы рассмотрим под модным углом зрения. Ибо вот уже два года, как в мире в связи со всемирным экономическим кризисом, мировым экономическим кризисом, буйствует мода на все бедное. И если вам лживо-продажно показывают Луи Вуиттона и Прада, а вы должны помнить того, кто носит Прада, ибо в России, как и во всем мире, в моде бедное. Заплатки, потертости, дырки. И даже большой проект Марата Гельмана так и назывался «Русское бедное». Совсем как в «Артспейсе 0». И в нашем пространственно-гениальном «Grow Up» Альбож-центре Пушкинская, 32. Однако, бедное искусство уже было в 60-х годах прошлого века и получило соответствующее название «Арте Повера». Породила и объединила впоследствии классиков новейшего искусства, таких как Янис Кунелис, Марио Мерц, Микеланджело Пистолетто. Они имеются в собственности архива передачи «Ситуация Ута», и также Йозеф Бойс, и он имеется. Ну и, наконец, обратимся вначале к замечательному по местоположению самому объему пространства арт-центру Пушкинская, 32. Его потенциальным возможностям заметим, что недостатка в замечательных проектах нету, но нету и средств, или все же понимания, необходимых для финансирования достойных данного пространства проектов. Печально. Зато оптимизм, просто как энтузиазм, как потенция, внушает масенький арт-спейс 0, образовавшийся благодаря энтузиазму культур-трекера Сергея Клейна. Акция, точнее, ивент, событие от 27 февраля имело название «Осы не здесь». По имени Ника Вики Осы. И включала демонстрацию видеодокументации акции. Повторяю, демонстрацию видеодокументации акции. Структура сна. Это когда желающих гипсом заклеивают. Застал как бы последнее. Включала аудио инсталляцию, создающий sound environment, звуковую среду. И вот там, внутри спейса 0, не менее 60 субъектов. В условиях соблюдения тишайшей тишины жили. Тут 30 лет жили тихие,
связано непосредственно с историей этого дома. Погружались в sound environment, то бишь звуковую среду. И что с ними произошло? И ассамблировали, гармонизировали это с рисунками Вики Оусы. Space – нуль, пространство – нуль, классический образчик явления DIY.